Wake the fuck up, samurai. Привет, братишка, привет, сестренка. Я снова рад видеть тебя на своем канале. Сегодня я подготовил тебе продолжение выживания Dead of Days. И в этой серии ты увидишь, как мы начали двигаться на центральный аэродром. Путь нам предстоит долгий, путь нам предстоит тяжелый, но вместе с тобой мы обязательно выживем. Поэтому присаживайся поудобней, ставь свой лайк и приятного тебе просмотра. Нельзя чужую тачку брать. Ты уверен? Все-таки можно? Эх, жаль. Не, ну в смысле, она может быть и не закрыта, но нельзя ее типа пиздить, по-моему. Нереалистично. Ладно, побежали-то. Зомби перед этим. Я вижу. Два даже. Да тут полностью зомбаря все. Значит, кто-то может быть. Наоборот, как раз таки. Захожу. Ебать, копач, отпиздит, блядь. Отходи в лес, давай зомби отмажем. Бегу, бегу, блядь. Вот эта толпа на меня сагрила, слушай. Давай. А чё меня-то все? А чё на меня-то, блядь? Ну там из-за того бегут, как, блядь, очень поротый. Пиздос. Сейчас я добью их. Ой. Они тебя не отпиздят толпой? Все, я их добью. И чё, я всех накосил, что ли, получается? Ну. Понятно. Лутал хоть? Лутаю. Боевой нож выпал с тебя. Да-да, я сейчас заберу. Не сломали, небось.
Ты лучше ляг, если лутаешься. Не, я проверяю вещи. Ты всех просмотрел? Да. Патроны забрал. 7,62 на 54. Аптечку не хочешь взять? Там еще один. Я забыл про нее. Конечно, хочу. Где, блядь, орёт? Да вот кого не пробежал. Забрал. Все, в кусты. В кусты садись, юзай. Все, отлично. Мне нравится аптечка. А посмотрим, что здесь есть-то хоть. Ничего нету тут, да? Штаны. Я пошел в палатку на ту сторону. Я теперь модный. У меня прям горка сейчас вся. Ты кого-то в палатке убивал? Нет. Мертвый зомби. Будь осторожен. А, в той палатке? Да, я. Зомбарей. Не, штаб на меня и напали. Гопота. В ангар зашел. Так, я иду в твою сторону. Тактические ботинки. P350 поношенный. Открываю. Ботинки поменяю. Пистолет будешь брать? Вектор. С магазина, Вектор. Вытащи магазин. Я с него патроны вытащил. Понятно. Батарейка нужна. Скинь, пожалуйста, мне прицел 5 надо засунуть. Батарейка у меня есть. Скинул. Вот где сидел. Ага, да, все, я положу. Так, сейчас я уберу метки. База небольшая. Ну да, что-то какая-то залупа. Североград, да, идем? Да, давай Североград. С какой стороны будем заходить? Вот сложно. Через Грозно? Со стороны милитари? Или через... Не, пойдем как раз в сторону милитари. Нет, я имею в виду, через Североград мы пройдем, или мы обойдем по лесу и зайдем уже в милитари сразу? Нет, я думаю, через город, потому что там госпиталь полицейские. Так, давай так, тогда как-нибудь вот так вот. Что тут, какая-то церковь. Да пошли. И сюда вот зарулим. Вот так вот вдоль домов. Давай. Ебать, нахуй. Ты сейчас дверь открыл, конечно, блядь. Thank you.
Монтировка. Надо? Монтировка. Надо. Ну что ты там найти пытаешься? Не знаю, просто рай захожу. Семена могу приложить. Еду вот надо найти. Блядские заборы, да? Проверяю гаражи. Хочешь пончи? Решетка для Trailblazer. Как тебе такое, на? Забирай. Сейчас машину сварганит. Мешок. Молоток. Какой-то трактир. Чему маленький трактир? Подобен грому. Дайте людям рому. Нужно по-любому людям выпить рому. Магазин на Дигл, как тебе такое? А Дигл можно? Ага. Кроссовки, кто-то подразумевался. Издевайтесь, нахуй, забор он не может перепрыгнуть, калич ебаный. Люди, мол, че, есть трактир? Не, нихера нет. Тогда я мимо прохожу. Ходи, не задерживайся. А, ты уже выбежал? Ты, блядь, в доме в каком-то тусуешься. Пошли в госпиталь. Да, я смотрю, просто вода и да, что есть. Что-то проседать начали, слушай. У меня желтое все. На собой есть уголовное дело. Бля, моя работа меня здесь преследует. Точно не отпускает. Да, крупный госпиталь. Интересно, а его можно продать? Походим. Бля, как-то двояко звучит, да? Так, аптечка. Отдать уголовное дело. Сука. О, активированный уголь. Надо? Срёшься? Аптечка пустая? Ну, там я забрал. Набор для переливания и средства для переливания. Хорошо. Закрою дверь. Второй этаж, смотрю. Чисто. А на крышу углем. Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Не, нихуя, чисто. Так, подожди, да, я стой, остановись, да, я сейчас кровь возьму, чтобы у меня набор был. Я тоже дошел. Давай, я тоже сделал так.
Ой, пригодится. Заебись. Комплекс раствора что же канает еще? Да. Так, погнали в полицейский. Иди туда. Так. Ну, на второй нахуй вышли, да? Проверим на всякий случай. Может, пидор какой-то забежал, нахуй. Дверь нажал открыть, не открывает. Блять, меня опять выкинуло. Да чё за сука? Интернет проверь свой. Блять, пиздец, я 9-й нахуй. У меня 39-й же. Подожду тебя пак. Пока гаражи просмотрю. Обещаю никуда не лезть без тебя. Так уж и быть. Ты кто своим телом мины минировать будет? Ладно, еще на 2 минуты да? Отойду, давай, поссать схожу, блядь. 9-й в очереди стою. Чем голова болит, весь приличный люд превратился в сброд, не унять народ, здравствуй, Новый год. Дропбак. Пожалуй, нет. Это что такое? Давай возьмем. Ля какая. Нормально, 4-й. Хорошо. А 12 я взял. Разряжай. Я ее просто в рюкзак запихнул. Ключи от наручников. Зачем я их взял, я не знаю, но пригодятся. Да не, это не нужно. Тут убивают обычно.
Тоже верно. Перчатки боевые тоже. Не, не надо, у меня есть. Ладно. Ох, все любители ролевых игр с ключами от наручников. Так, я захожу, 20 секунд. Бля, сигнал корёт. Чё ты скрыли, слушай. Ебана мерзкая. Я пока, слушай, на рожон не лезу, пока тебя нет. Бля. Стреляю. А у меня еще вот. Прям жестко начинают, блядь, херачиться. А у меня еще оптики не то. Смотреть не могу. У меня прицел начал увидеть, я, блядь, ничего не вижу. А что, можешь, что ли? Да. А, понял. Я не могу посмотреть. А я в душе не ебу, где сигналка работает. Кого-то убивают, крошат. А я не знаю, где.